Приветствую, друзья. Вы замечали, что между количеством времени, которое у вас есть для размышления, и уровнем вашего напряжения, и эмоциональным отношением к ожидаемому человеку или к предмету деятельности, есть взаимосвязи, то есть корреляции. Например, когда вы никому ничего не должны, когда у вас уйма времени, когда вы не обязаны быть к чему-то готовым, вы находитесь в каком-то состоянии безмятежности. Там низкое напряжение нервно-психическое, там нет стресса. Но это близко к нулевому состоянию. Как бывает, когда вы утром проснетесь, но еще не до конца. А вот когда вдруг вспомните, что у вас что-то важное, или встреча важная, или экзамен важный, или вам предстоит что-то важное делать, моментально растет напряжение. И иногда возникает такое, что мозг как бы вспенивается, и вот чем меньше времени до этой значимой вам ситуации, как бы время сокращается вместе с ростом напряжения, и у вас ясность мысли теряется, и вы не можете, как говорится, мысли в кучку собрать. Замечали это? Это имеет большое значение. Итак, состояние нулевое – это когда нет страха, когда нет шаблонов мышления, это состояние, когда нет стресса. Вообще нет стресса. То есть вы никому ничего не должны, и у вас бесконечность времени. И тогда у вас нет напряжения. Но в следующем ролике я скажу, какую огромную роль это играет для восстановления здоровья и для того, чтобы вы, восстановившись, потом могли принимать умные решения во время ответственных выступлений или значимой встречи. И какую роль там играет ритм, и какую роль играют жесты. До встречи, друзья!